наши гости. Мы уже стоим на Киевском. Вот уже набираем. Спасибо вам. С наступающим. Спасибо. Ага. Мы сегодня на двух машинах. Ждем. Так, наши помощники с подарками приехали. Так, здесь вот лекарство. Ага. Надо у нас еще взять. Не можете, да? Ну, как... А, я поняла. Ну, приезжайте тогда, как сможете, приезжайте. Я поняла. Куда пошла? А с Новым годом! Спасибо огромное! Конечно, да. Хорошо. Спасибо большое. Спасибо, ага. Спасибо. Да, с наступающим. Здрасте, здрасте. Иди, принимай. Все нормально. Здравствуйте, спасибо огромное. Приехали ребята, еще к нам привезли корм. Сегодня здесь сделали платную парковку. Это просто жизнь, да. Всю жизнь была бесплатна все время. Сейчас парковка платная. Да, продолжаем принимать подарки для лохматой души. Спасибо вам огромное. Спасибо. Как приятно видеть в наших рядах молодежь, особенно мужскую половину нашего общества. Ой-ой-ой, вот это подарки новогодние, прекрасные, все прекрасные. Заботитесь о животных? Да, да, да. Ой, как замечательно. Как замечательно. Так, не надо. С Новым годом, собаки. Собаки. Поздравляю с Новым годом. Спасибо большое. Наша Лиля продолжает принимать подарки и посылки для наших подопечных. Знаменательный знак у нас сегодня такой. Логотип остался дома. Мы вас ждем. Наступающим всех. Помогайте нам. Чем больше людей, тем больше помощи. Самая маленькая помощь всегда оказывается самой эффективной. Если много Давайте людей... друг другу пожелаем в наступающем году здоровья, удачи нашим любимым собакам. Найти свои семьи, своих родных людей. И быть сытыми, главное. Да, быть сытыми, чтобы поменьше мы находили страдающих собак. Вот, и чтобы все было хорошо. Все больные выздоравливали. Вот, и чтобы побольше людей было, которые бы были с нами единомышленники. Вот. Всем удачи, добра. Большое спасибо, что вы есть. Очень вас люблю. Всем привет, большое. Дорогие друзья. У нас в Инстаграме происходил розыгрыш от наших друзей. Новогоднего венка. Мария у нас победитель, она его выиграла. Мы сегодня ей торжественно его вручаем. С наступающим. Спасибо за участие. Добрый день, дорогие друзья. Я, в свою очередь, хочу передать этот подарок. Новогодний венок Любаше. Старому помощнику, доброму помощнику лохматой души. С наилучшими пожеланиями в новом году. Любаше, это для вас. Это уже становится традицией. Передавать подарки.
Любаша, тогда мы едем к вам. В преддверии новогоднего праздника я хочу сказать, что лохматая душа – это, ну, я не знаю, это моя это уже неотъемлемая часть жизни. И я очень рада, что нас сплотила лохматая душа, столько светлых и добрых людей вокруг. Много было очень хорошего в этом году, много было пристроенных, много новых людей присоединилось к нам. Группу нашу инициативную «Помощи лохматой души» присоединилась молодежь, и это очень радует. Дорогие друзья, я поздравляю всех с наступающим Новым годом от имени нашей инициативной группы помощи лохматой души. Я желаю всем счастья, тепла, уюта домашнего. Но какой уют может быть без животных? Маленький пушистый комочек на коленях – это такое счастье. А в зимний холодный вечер пусть вашу душу и ваши ноги согреет преданная лохматая душа.